Как добыть в тюрьме огонь и закипятить воду с помощью газеты? Представьте, огня нет, а прикурить закон надо. Первый выход – клонирование спичек. Режут спичку лезвием вдоль по направлению к серной головке. Получается две. Особые мастера могут и получившиеся две разрезать. Еще прикуривают от розетки. Берут полоски фольги, намотанной ватой из матраса. Так, чтобы концы фольги торчали с обеих сторон. Эти кончики фольги вставляют в розетку. Происходит замыкание, и вата загорается. Главное не проморгать и не повторяйте это. Можно еще прикурить от лампочки, накручивают туалетную бумагу на лампочку, ждут, пока задымится, и резко сдергивают. Пока она летит на пол, может загореться. Ну а высший пилотаж — это закипятить воду газетой. Берут газету, кладут вторым слоем полиэтиленовую пленку, сворачивают все это в трубочку и держат этот факел в руке, подожженным вертикально.